Благодаря. Уважаеми господин Лавров, уважаеми журналисти, благодаря ви за интереса днес. Ако е по-тихо, ще се чуваме по-добре. Посещението на министър Сергей Лавров е свързано с съвместното отбелязване на 135-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Придаваме важно значение на този акт. Русия е първата страна. Мога ли да помоля за тишина? Русия е първата страна, с която току-що освободената България установява дипломатически отношения. С установяването на дипломатически отношения с Русия, а след това и с други европейски държави, България се връща на политическата карта на Европа, постепенно утвърждава своята държавност и суверенитет и укрепва своите международни позиции. Отношенията между България и Русия са традиционно добри и ние бихме желали да ги развиваме активно и в бъдеще, независимо от различията по определени въпроси. Проблемите и различията между Европейския съюз и Русия следва да се решават по пътя на диалога. Подобряването на отношенията между Европейския съюз и Русия ще позволи да бъде реализиран в по-пълна степен потенциалът в двустранните отношения между България и Русия. При обсъждането на икономическото сътрудничество подчертахме необходимостта от конкретни действия за балансиране на стокообмена чрез използване на възможностите на междурегионалното сътрудничество, облекчаване на митническите процедури, подобряване на транспортните връзки. Развитието на сътрудничеството в областта на туризма остава приоритетно. България е важна дестинация за руските туристи. Русия заема четвърто място в класацията по брой чуждестранни туристи, посетили България през миналата година. Близо 682 000. Надяваме се, че настоящата година ще бъде успешна от гледна точка на посещаемостта на руските туристи в България. България прави и ще прави в бъдеще всичко възможно за доброто визово обслужване на руските туристи. В момента на територията на Русия работят 15 визови центъра. Разглежда се възможността за откриване на нови такива, както и предстоящо откриване на консулство на Република България в Екатеринбург, което ще способства за ускорено издаване на визи за руските туристи и ще стимулира търговско-икономическите връзки. По отношение на енергетиката, проектът Южен поток е от интерес както за България, така и за региона на Югоизточна Европа и за Европейския съюз като цяло. Това е важно за енергийната сигурност и на България, и на Югоизточна Европа, и като цяло на Европейския съюз. Подкрепяме неговото реализиране в съответствие с европейското законодателство и норми. Надяваме се активният диалог с Европейската комисия да позволи в най-скоро време да бъде възобновено строителството му на българска територия. По отношение на връзките в областта на образованието и културата, отбелязахме, че връзките между България и Русия, както и контактите между хората в областта на културата, науката и образованието, в духовната сфера като цяло, остават активни. Сътрудничеството в тези области се основава на солидна договорно-правна база и то запазва ролята си като един от важните фактори за развитието на българо-руските отношения. Подписаното днес споразумение между правителствата на България и Русия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука създава необходимата договорно-правна основа за развитие на двустранното сътрудничество в една изключително важна за двете страни сфера. По отношение на кризата в Украйна, ние изразяваме подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Очакваме Русия да играе важна роля за деескалация на напрежението и за нормализиране на ситуацията в Украйна, отчитайки нейния потенциал и възможности за влияние върху въвлечените в конфликта страни. В този смисъл оценихме положително решението на Съвета на Федерацията за отмяна на постановлението за използване на въоръжените сили на Русия на територията на Украйна и приветстваме постигнатите на 2 юли тази година договорености между външните министри на Германия, Франция, Русия и Украйна за предприемане на мерки за установяване на трайно примирие и за контрол на руско-украинската граница с активното участие на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Благодаря. Заповядайте, господин Лавров.
Спасибо. Уважаемые дамы и господа, мы только что завершили очень насыщенный переговорный день в рамках визита министра иностранных дел Российской Федерации в Болгарию, который посвящен и приурочен к 135-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Отмечая эту юбилейную дату, мы вспоминаем многовековую историю российско-болгарских связей, в их основе объединяющие наши братские народы глубокие чувства взаимной симпатии и дружбы, богатое общее духовное и культурное наследие, память о победах, одержанных в борьбе за независимость Болгарии. Сегодня мы с удовлетворением отметили значительный потенциал расширения сотрудничества в различных сферах. Условились предпринять дальнейшие шаги в целях активизации торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделили перспективам его развития в энергетической сфере, прежде всего в части реализации проекта болгарского участка газопровода «Южный поток», который призван существенно укрепить энергобезопасность всей Европы. Со своей стороны, мы подчеркнули необходимость его строительства в установленные сроки и подтвердили готовность продолжать в этих целях конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, как со странами-участницами проекта, так и с Еврокомиссией. Мы также готовы к развитию сотрудничества с нашими болгарскими коллегами по другим энергетическим проектам, готовы и к реализации таких согласованных проектов взаимодействия, как расширение железнодорожно-паромной переправы между российским портом «Кавказ» и болгарским портом «Варной» за счет запуска новых паромов, прежде всего паромов с болгарской стороны. Мы поощряем развитие межрегиональных связей, поощряем прямые контакты между деловыми кругами, считаем, что эта важная составляющая российско-болгарских отношений имеет все необходимые предпосылки для дальнейшего расширения и углубления. В целом мы отметили, что российско-болгарское взаимодействие охватывает самые различные направления, и об этом говорит подписание сегодня межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинской науки. Обсудили мы и другие проекты, которые находятся на стадии согласования, которые призваны существенно обогатить договорно-правовую базу нашего сотрудничества. Мы были едины во мнении, что важной гранью наших связей являются контакты по линии парламентов, общественных и религиозных объединений. Отметили широкие возможности культурно-гуманитарного сотрудничества в интересах поступательного развития партнерства, договорились ускорить согласование и подписание программы взаимодействия в сфере культуры, науки и образования на 2015-2017 годы. Мы обстоятельно обсудили проблемы, которые сегодня накопились в отношениях между Россией и Евросоюзом. Мы считаем, что стратегическое партнерство между Москвой и Брюсселем должно преодолеть нынешний этап, далеко не простой этап, что те недопонимания, которые возникают, в том числе во многом искусственно, не должны помешать поступательному развитию этих стратегических отношений в интересах государств и Евросоюза, и Российской Федерации. Мы ценим конструктивную роль, которую Болгария играет в рамках отношений между Россией и ЕС, в рамках работы Совета России и НАТО. Считаем, что Совет России и НАТО не должен уходить от обсуждения серьезных тем, должен быть площадкой для откровенного, конструктивного обсуждения любых разногласий, которые возникают между его членами. Рассмотрели мы ситуацию на Балканах, на Ближнем Востоке и Северной Африке. Разумеется, коснулись ситуации на Украине. В наших общих интересах скорейшее прекращение кровопролития. Мы считаем, что не может быть никаких отговорок, никаких предлогов для того, чтобы откладывать немедленное прекращение огня, от которого все больше и больше страдают мирные граждане, мирное население, в результате которого множится поток беженцев, разрушается гражданская инфраструктура. Мы также ценим наше сотрудничество с Болгарией в международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Черноморское экономическое сотрудничество,
и Black Sea 4. Я признателен моему коллеге за эту совместную работу. Благодарим наших болгарских друзей за традиционное гостеприимство. Я пригласил министра Вигенина посетить с визитом Российскую Федерацию. Надеюсь, что это состоится в согласованные сроки. Спасибо. Уважаемые коллеги, имате возможность зададете два кратки вопроса. Цонева Българска национална телевизия. С оглед на факта, че България разглежда проекта Южен поток като стратегически за страната ни, за Европа, а от руския външен министър чухме току-що, че Русия е готова на конструктивен диалог. На какви евентуални отстъпки от гледна точка на Южен поток е готова Русия и ще се наложи ли преподписване на този договор? Благодаря. Это мне въпрос. Да. Знаете, вот я бы не хотел, чтобы в психологии наших европейских, включая болгарских друзей, любое решение любой проблемы отталкивалось от вопроса о том, какие уступки готова сделать Россия. Любая проблема должна решаться на взаимоприемлемой основе, и Южный поток не исключение. Напомню, что принципиальные договоренности со странами-участницами проекта «Южный поток» были достигнуты достаточно давно, были подписаны соответствующие межправительственные соглашения, в том числе и с Болгарией. Это было сделано до того, как вступили в силу положения так называемого третьего энергетического пакета Евросоюза, и наша позиция была предельно ясна. Мы уважаем третий энергопакет, исходим из того, что Евросоюз, его члены имеют полное право устанавливать любые правила сотрудничества в любой сфере на своей территории, но, конечно, в соответствии с базовыми нормами международного права эти правила не могут применяться ретроспективно. Это основополагающий принцип международного права. Тем более мы убеждены, что если наличествует добрая воля, то любую проблему можно решить. И мы встретили понимание у Еврокомиссии в свое время. По обоюдному согласию была создана рабочая группа, которая между Россией и Еврокомиссией, рабочая группа, которая занималась вопросами практической реализации проекта «Южный поток» в контексте тех параметров, которые на будущее установлены третьим энергетическим пакетом. К сожалению, по инициативе Брюсселя деятельность этой рабочей группы была заморожена. Мы рассчитываем, что это замораживание будет прекращено, потому что есть все основания полагать о возможности достижения взаимоприемлемого результата. Более того, мы убеждены, что это реально. Мы приглашаем Еврокомиссию к возобновлению контактов, и рабочие консультации сейчас начинаются. Надеемся, что они увенчаются успехом. Тем более, что у нас перед глазами наличие множества примеров, когда Еврокомиссия вполне резонно делает исключение из требований третьего энергопакета, в том числе в отношении такого проекта, как трансадриатический газопровод. В отношении этого проекта Европейская комиссия сделала исключение и в том, что касается требования о доступе третьей стороны, и в том, что касается требования в отношении уровня тарифов. Были сделаны исключения и для морского участка трансадриатического газопровода, равно как и для 3-4 других морских участков газопроводов, которые в дополнение к трансадриатическому существуют. Сделано это было на основании вывода Еврокомиссии, что эти газопроводы вполне могут быть рассмотрены вне рамок действующего законодательства Евросоюза. Это ровно тот аргумент, который наши болгарские коллеги сформулировали в своих отношениях с Брюсселем, подчеркнув, что в Болгарии принято законодательство, которое рассматривает морской участок газопровода «Южный поток» в качестве экстерриториального по отношению к нормам Евросоюза. Мы рассчитываем, что и в данном случае Еврокомиссия проявит
разумный подход и будет применен единый стандарт к газопроводу, к проекту Южного потока. Все в рамках правил, если только не политизировать эту ситуацию. Благодарю вам. Следующий вопрос. Елена Черненко, газета «Коммерсант». Сергей Викторович, у меня вопрос для вас по Украине. Не могли бы вы чуть более подробно рассказать об итогах вчерашнего заседания контактной группы? Потому что из краткого сообщения ОБСЕ не совсем понятно, удалось ли достигнуть хоть какого-то прогресса. И если в ходе таких встреч в ближайшее время никаких подвижек не будет и огонь не прекратится, рассматривает ли Россия возможность международной миротворческой операции на Украине? Спасибо. Вчерашняя встреча в Киеве была не совсем полноформатным мероприятием, потому что украинская сторона была представлена киевским руководством в лице бывшего президента Кучмы и министра иностранных дел Павла Климкина. На этой встрече не присутствовали представители ополченцев. К сожалению, договоренность, которую достигли руководители России, Германии, Франции и Украины в телефонном разговоре 30 июня, и договоренность, которая по поручению лидеров четырех стран была закреплена в Берлине 2 июля, где встречались министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины, договоренность о скорейшем созове полноформатной контактной группы с участием ополченцев для согласования параметров двустороннего прекращения огня, эта договоренность не была выполнена, потому что все уперлось в согласование и место проведения такой встречи. По понятным причинам руководители ополченцев не могли покинуть Юго-Восток. Они предложили встретиться в Донецке, уезжать оттуда, когда против Юго-Востока ведутся массированные боевые действия, было бы странным. Они все-таки выбраны, пусть на площади, но выбраны народом, так же, как были выбраны нынешние лидеры на Майдане. И бросать свой народ, уезжать куда-то в другие части Украины или тем более за границу, наверное, это нереальные требования. Мы рассматривали различные варианты встречи в Донецке, согласовывали, в том числе с ОБСЕ, необходимые условия обеспечения безопасности такой встречи. К сожалению, не по нашей вине это не сработало, и встреча в Киеве была без представителей Юго-Востока. Она завершилась общим призывом к необходимости как можно скорее согласовать взаимное прекращение огня. В самом этом призыве, разумеется, нет ничего необычного, мы его полностью поддерживаем. Главное в деталях. А детали заключаются в том, что для обоюдного согласования прекращения огня необходимо встретиться. К сожалению, руководство Украины заявляет, что двустороннее прекращение огня возможно только при полном выполнении мирного плана Порошенко. А президент Украины, как известно, в своем мирном плане, наряду с поддерживаемым нами призывом о перемирии, заявил, что оно должно сопровождаться сдачей оружия ополченцами, по сути дела их капитуляцией, и потом уже киевские власти будут рассматривать, возможно ли амнистировать кого-то из них или нет. Вот это вот осложнение, оно до сих пор привносит очень серьезные проблемы в процесс, который мы стараемся поддерживать. Мы крайне озабочены множащимися жертвами среди гражданского населения, разрушением гражданской инфраструктуры. Мы слышали, конечно же, заявление руководства Украины о том, что армия имеет приказ не подвергать обстрелам и бомбардировкам населенные пункты, делать все, чтобы не допускать жертв среди гражданского населения, но видеоряд, который можно наблюдать практически в прямом эфире, говорит абсолютно об обратном. Разрушаются города, деревни, дороги, детские дома, родильные дома, больницы.
Все это очень сильно напоминает Белград весной и летом 1999 года. И даже я помню те картинки, возьму смело сказать, что это гораздо более серьезно, чем то, что происходило в Белграде. Я думаю, что сейчас нужно оставить все амбиции в стороне и думать прежде всего о спасении жизни. Убежден, что перемирие позволит начать переговоры, которые сделают возможным согласование общеприемлемых параметров дальнейшего политического процесса при полном уважении интересов всех регионов Украины и при договоренности о том, как согласовать справедливые условия обеспечения прав всех групп населения в этой братской, соседней, очень близкой нам стране. И последнее, что я хочу добавить в этой связи, если эта цель для нас очевидна, то мы очень хотим, чтобы она была очевидной и для всех других государств, которые так или иначе влияют на те или иные украинские стороны. Прежде всего для Евросоюза, и у нас есть основания полагать, что ведущие европейские страны понимают свою ответственность за происходящее. Очень хотим, чтобы к пониманию этой ответственности присоединились и Соединенные Штаты Америки. Господин министр, еще актуален евразийский проект для Болгарии? Первый вопрос. Евразийский проект еще актуален для Болгарии? Как вы думаете? И мой второй вопрос. Как вы думаете, господин министр, почему русские энергийные проекты в Болгарии превратились в такое препятствие, в такое бременью перед русским и болгарским отношением, вместо чтобы создать условия для хорошего бизнеса? Как вы думаете? Благодарю. Вы знаете, вы странно сформулировали свои вопросы, потому что и в первом случае, и во втором случае вы исходите из какого-то утверждения о том, что наличествуют какие-то факты. Я не очень понял вопрос о том, актуален ли евразийский проект для Болгарии. Я не припомню, чтобы Болгария обращалась с просьбой быть принятой в евразийский проект. Сегодня в ходе переговоров и с президентом, и с премьер-министром, и с моим коллегой господином министром мы почувствовали заинтересованность Болгарии в том, чтобы на большом пространстве Евроатлантики создавались максимально благоприятные условия для торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества всех без исключения государств, и входящих в Евросоюз, и входящих в формируемый Евразийский экономический союз, и для тех стран, которые не входят ни в то, ни в другое объединение. И в этой связи мы почувствовали позитивное отношение к известной российской инициативе о том, чтобы постепенно приступить к формированию в долгосрочном плане единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. Напомню в этой связи, что в январе этого года в Брюсселе на встрече с Евросоюзом президент Путин предложил в качестве первого шага договориться о том, чтобы начать экспертные консультации для проработки идеи создания к 2020 году зоны свободной торговли между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Это вот ответ на первый вопрос. Что касается вашего вопроса-утверждения о том, будто любые проекты, которые обсуждались между Россией и Болгарией, становятся неким препятствием, я не понимаю, о чем вы ведете речь. Среди наших флагманских проектов «Южный поток», и вы только что слышали наше мнение, которое абсолютно совпадает о необходимости этот проект реализовать. Другие проекты, которые между нами существуют, сегодня тоже получили поддержку. Я имею в виду и расширение железнодорожно-паромной переправы между портом Варна и портом Кавказ. У нас немало проектов в сфере инвестиций, и мы признательны болгарским друзьям за их заинтересованность в привлечении российских капиталов в свою экономику. Российские компании отвечают взаимностью, и вслед за «Лукойлом» многие другие наши частные и государственные компании
обсуждают со своими болгарскими партнерами совместную работу на болгарском рынке. Да, у нас были проекты, которые пока сейчас заморожены. Это сооружение атомной электростанции Белине. Это проект российско-болгарско-греческий по сооружению трансбалканского нефтепровода Бургас-Александрополис. Мы исходим из того, что эти проекты остаются на столе. Мы понимаем те обстоятельства, которые сейчас влияют на практическую реализацию этих проектов. Мы не делаем из этого никакой трагедии. Любой проект будет жизнеспособен, когда на всех этапах его разработки и реализации будут согласованы все правила игры. И будем рассчитывать, что выгода, взаимная выгода для всех участников будет главным критерием, а не какие-то политические или геополитические соображения. Благодарю вам, господа министры, благодарю вам, коллеги.